Hola, amigos! Сегодня мы с вами играем в... Как игра называется? В Raidments. Это симулятор британского спецназа. Нам с вами нужно освободить заложников из британского посольства. Его захватили террористы, и нужно их всех уничтожить и освободить. Блин. Секунду. Сейчас все скажу. Гоу-гоу-гоу! Блин. Вперед, чувачки, гоу-гоу-гоу. Прям война настоящая идет. Ты живой еще, говнюк, оказался. Так, оружку надо бы взять. Как использовать? А, ну-ка, F. Точно, точно. А, ты говнюк. Как бы не убили меня? Еще только начало игры. Было бы печально, если я умру. Так. Разобраться бы... А, вот штурм с гранатой. Давайте, чёчки. Вперед. Гоу-гоу-гоу, ребята! В атаку! Молодцы. Вперед. Заходишь? Молодцы. Штурм. Вперед, вперед, вперед! Там враг должен быть где-то. Да, молодцы. Ребята. На всякий случай. Все чисто. Так. Штурм. Вперед. Чисто. Ну-ка, если не может его всем на пол. На пол. На пол. Респлэм, чувачка. Че тут лежишь, говнюк? Один. Без заложников. О, без террористов. Нормально все. Так. Сам войду или нет? Давай лучше. Штурм. Так, надежнее как-то. Чисто, вот там по-любому кто-то есть. Что с гранатой, вперед. Давайте, ребята, вперед. Ладно, без гранаты пойдем. Пардон, пардон, чувак. Чисто. Давай сюда с гранатой. Вперед, вперед. А-а-а, что это? Урод. Может еще кто-нибудь есть? Нет. Вот говнюка. Но у меня еще полно жизни, так что можно не переживать еще. Ого-го, с вами. Вы добиваете говнюков-то. Живые ведь. Чисто. Чисто. Ну, здесь по-любому кто-то есть. Не, без гранат, давай просто штурм. А нет, они идут что-то, если с гранаты делаешь. Вперед! Такие тупые боты тут капец. Напал, напал! Брежем ему. Ложись, говнюк. Хе-хе-хе. Это победа. Запомнится нам на века. Вперед. Кстати, точно надо повар сыграть, что ли? Давненько я не играл. Так, он туда нас сделал. Идите туда. Чисто. 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 Ага. Пойдемте наверх, поднимемся. Черт, нифига себе. А, там нельзя наверх там. Сюда, сюда идем вниз. Что тут? Я пока никого не вижу. Очень много дверей. Убили заложника. Корники. Он заложников пока не будем трогать. Заложники все-таки. Пускай живут. Вот эту дверь давай. Что? Go, go, go! Все, молодцы, ребята. Что-то они постоянно раненых оставляют врагов. Они же могут восстать и ударить нас там, не знаю, в спину прям, врезать как-нибудь, убить. Будет нам очень плохо, тем более, что у меня одна жизнь всего лишь осталась. Вот я же говорю. Полюбил же, да, опять? Нет. Молодцы, убили. Еще один место. Я их всех добью нафиг лучше, на всякий случай. То мало. Чисто. Так, дверьки.
А что? Оу, это победа, запомнится на века. Да, Властелин колец, и победа. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до следующей серии, всем пока.